Я обула свои новые слипончики, как и обещала. Сегодня расскажу, насколько они удобные или нет. Так что посмотрим. Сейчас мы идем на прогулочку, и после этого обязательно расскажу мои впечатления. В общем, мои впечатления о слипонах Vans. Мне очень они понравились, красивые. Мне нравится, как они выглядят на ноге, беленькие, белоснежные. Как я уже говорила, мне белая обувь очень нравится, поэтому тут они, в принципе, свою роль выполнили. То, что я хотела. Белые, красивые, так, по-летнему прикольно смотрятся. По поводу удобные и неудобные. Удобные, не самые удобные. То есть, если, вот как я говорила, что я считаю, что обувь Converse, то есть очень удобная. Я все равно придерживаюсь того же мнения. Для меня они более удобные, более комфортные, более мягкие. Не знаю, внутри не подошва, а стелька внутри мягкая в Converse. Тут она более жесткая. Я не могу сказать, что она прям жесткая-жесткая, так что ты как вот, ну, как на полу стоишь там или еще. Нет, она немножко мягенькая, но совсем чуть-чуть. Мне больше нравится, когда она более мягкая. Но это может быть просто мое личное предпочтение, поэтому если кому нравится чуть-чуть пожестче, то почему бы и нет, вам понравится это ощущение тогда. Например, моему мужу, ему очень понравилось. Он прям одевает, он говорит, о, как тапочки, как на облаках, прям бла-бла-бла, весь такой. Все ему нравится, он их там чуть ли не пылинки с них сдувает после того, как приходит и чистит. Что, в принципе, неплохо, но особенно с учетом того, что я говорила, что белую обувь ему нельзя, поэтому он пылинки сдувает с черным. Про удобство сказала. Ходить в них комфортно. Не знаю, многие. У меня не запотели в них, так что все в порядке. Не жарко в них было, хотя на самом деле на улице у нас очень жаркая погода, плюс там 26 или сколько. То есть в этом плане было в них очень комфортно. Купила бы я их еще раз? Да, купила бы, но не за полную стоимость. Не отдавала бы полную стоимость. Вот лично для себя я не считаю, что они стоят столько. То есть я их купила за полную стоимость. Это было сколько? Мои стоили 57. То есть купила бы я их еще раз за 57? Нет, не купила бы. Со скидкой, да, купила бы обязательно. Вот. Ну, в принципе, не знаю, что еще рассказать. Посмотрим. Очень видно пыль на них. Очень. То есть пыль, грязь, все. То есть я их обула вот один раз. Прошлась. И, в принципе, сразу же приходилось протирать их, сразу было видно, что на подошве как бы осело очень много пыли, ну и даже на поверхности на самом деле. То есть, в принципе, тут я обрадовалась, что они из искусственной кожи, они тряпичные, потому что с тряпичными, ну, не то что тяжелее, но не так легко, вот прям сразу пришел и протер, и все, и они опять чистенькие, красивенькие и готовы к следующей прогулке. Вот. Ну, это вот мои впечатления. То есть я попробовала. В принципе, осталась довольна. Не так, чтобы прям вау-вау-вау, мои любимые. Нет, мои любимые остаются Converse, как я уже и сказала. На этом все. Пока-пока. До скорых встреч.